большой противолодочный корабль «Петропавловск» возвращался в базу. Возвращался из долгого похода. И последние мили, как всегда в таких случаях, растягивались до бесконечности. Впереди каждому уже виделся свой берег, семья, добрые друзья, просто земная твердь. Встречи с Петропавловском всегда ждут мальчишки из корабельной школы «Юнг». Комсомольцы корабля, шеф этой школы, часто организуют и шлюпочные походы, и военные игры, и занятия по различным флотским специальностям. Мальчишки – народ привязчивый. Поэтому не так-то просто морякам с других кораблей заменить петропавловцев в этих важных делах. Забегая вперед, скажем, что надеждам на скорую встречу не суждено было осуществиться. Петропавловск ошвартовался глубокой ночью, а утром было приказано принять молодое пополнение и сняться в район учений. Служба есть служба. Приказ есть приказ. Для большинства из них еще недавно самым большим кораблем была рыбацкая лодка, а пруд за околицей – единственным морем. И вдруг мощный красавец Петропавловск, и впереди просторы Тихого океана. Везде, и на земле, и на воде, друга верная рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на тихоокеанский флот. А если очень повезет... Тебя... Надеть тельняшку и бушлат, научиться стоять в строю – это лишь первые шаги. Со временем появится и особая матросская походка, и флотская выправка, и та скупая четкость движений, что свойственно классному специалисту. Быть несколько часов рядом с домом и ни одной минуты в его стенах испытание суровое, но порой неизбежное. Это хорошо понимают и на кораблях, и дома, и жизненный ритм военного городка определяется именно этим взаимопониманием. Корабль к бою и походу приготовить! Весь переход в район боевых стрельб подчинен главной задаче – обучению молодых моряков. Вряд ли новички могут догадаться, что бравый старшина Игорь Ясаулков пришел на флот без всякого желания. Пугал его срок службы на целый год больше, чем в пехоте. Но когда через несколько месяцев представилась возможность перейти с корабля в пехоту, Ясаулков наотрез отказался.
Здесь он вступил в партию, стал классным специалистом, командиром группы радиометристов, и первое занятие с новичками начал он с родословной корабля. Первый Петропавловск, фрегат времен русско-турецкой войны, назван так в честь героической обороны Петропавловска-Камчатского. Моряки другого линейного корабля «Петропавловск» участвовали в Октябрьской революции, в подавлении контрреволюционного кронштадтского мятежа. Линкор «Петропавловск» отличился при обороне города Ленина. И, наконец, корабль Тихоокеанского флота. Этот вымпел – признание особых заслуг моряков «Петропавловска». Они участвовали во многих дальних походах. И всюду помнили они о том, что ныне, как и прежде, превыше всего честь корабельного флага, честь флага Родины. Звучит зоря. На каждом корабле есть рында, звонки громкого боя, есть, наконец, судовая трансляция. Но горн – это традиция, и надобность в гарнистах не отпала. У Юры Ильева пока не получается, но за 3 года, шутит он, на флоте и не тому научат. Во время похода осваиваются молодые моряки на боевых постах, обживаются в кубриках. Здесь в свободную минуту можно обойтись без телевизора, а вот без гитары никак. Цель воздушная, Перл 100, дистанция 150, на запрос не отвечает. Тревога. Цель воздушная. Беринг 100. Результат? Валентин. Нормально.
Торпедная атака! Торпеда, прямое попадание! Зона командной, подводная лодка! Эхо Пелинг 250, дистанция! Атака подводной лодки! Курсовой правый борт 30! РБУ правый борт 20! Командные КППО. Обнаружена группа воздушных целей курсом на корабль. Беринг 300. Командиру боевой части 2. Отразить атаку самолетов. Первый. Дома давно привыкли ждать тех, кто делит свою любовь между берегом и морем. Они понимают, к морю не приревнуешь ни мужа, ни брата, ни сына. Тамара Анафрийчук, жена старпома с Петропавловска, сказала как-то: «Море я могу только терпеть». «Но главное – хранить военную тайну», – добавил старший сын Ромка. Петропавловск провел учения по отражению атак всех средств современного нападения. Ребята впервые, как говорится, понюхали пороху, получили первое боевое крещение. Теперь с полным правом и немножко с гордостью, сходя на берег, наденут они без козырки, опоясанные золотыми буквами, Тихоокеанский флот. Службою везде, и на земле, и на воде, и друга верная рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот. А к жизни на море лучше привычными, пускай не боцманы пока, пускай не мичманы. Но службу трудную несем отлично мы, так и знайте это там на берегу. А служба службою везде, и на земле, и на воде, рука верная, рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот. А служба службою везде, и на земле, и на воде, рука верная, рука с тобой в любой беде.